Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео расскажу вам, как попасть в Fastboot мод на телефоне Google Pixel 7 Pro. Итак, для этого в первую очередь мы выключаем наш телефон, зажимая кнопочку питания и нажимая кнопочку выключить. Теперь, когда он полностью у нас выключится, давайте немного подождем. Теперь мы должны зажать одновременно кнопочку понижения громкости и кнопочку питания. Зажимаем. Мы попали в меню Fastboot Mode. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!